твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ну и продолжает нашу программу следующий номер. Итак, рэп нравится всем, читает Алена. На стихи Андрея Воровлева. У нас никак не получается соединить вот сразу три вот этих вот жанра. Поэтому, сам он рэп не читает. Поэтому я решила вместо него прочитать рэп. И лучше эту песню, конечно, назвать не нравится всем, а я не из той породы собак. Я не из той породы собак, чтобы нравиться всем. Если бы это было не так, я был бы уже не тем. Я не из той породы собак, чтобы всем улыбаться. Я живу и не буду сдаваться, когда наступит брак. Если бы все меня уважали, если бы я нравился всем, если бы меня не унижали, то группа не было совсем. Нравится всем, нравится всем, нравится всем. Я не злой, я справедливый, и не нужна мне ваша кость. Характер делает мимо моя особая гибель взрослых. И меня ничто не исправит. Я такой, какой я есть. Делать врагом меня вы вправе, но изменить не даст вам лезть. Я не стою по воле собак, чтобы нравиться всем. Если б это было не так, я был бы уже не тем. Я не стою по воле собак, чтобы всем улыбаться. Я живу и не буду сдаваться, когда наступит мрак. Нравится всем, я не из той породы собак, чтобы лаять без правды. Если ты мой брат, я твой брат, чтоб людей от тебя избавить. Я не из той породы собак, чтобы нравиться всем. Если б это было не так, я был бы уже не тем. Я не из той породы собак, чтобы всем улыбаться. Я живу и не буду сдаваться, когда наступит брак. Я живу и не буду сдаваться, когда наступит мрак.